более-менее спокойно. Здесь мы, ну, относительно, опять же, отрабатывали наши грачи. Мужики работают достаточно хорошо. Авиация, на твой взгляд, серьезную поддержку оказывает штурмовикам? Штурмовикам, не знаю, я скажу, что психологически она работает очень хорошо. Как такую, ну, это не наше направление, не знаю. А вот так, психологически, да, что танки работают, что работают авиация, они, да, вот так же пролетели и уже, можно сказать, полные штаны радости. Ну, радуешься, что это свои. Опять же пошла авиация. Это они сейчас работают в четверке, получается, два по два.